Приветули, небольшое обращение перед началом ролика. В связи с тем, что сейчас происходит с Ютубом и все непонятно, ребятки, хотел бы предложить вам подписаться на Boosty, группу ВК или Telegram. Либо на что-то одно, либо на все вместе, как хотите. На Boosty есть контент и сейчас, но если вдруг будет плохо с доступом и вам не нравится, допустим, ВК, на котором 2 года уже дублируются все реакции, я буду публиковать в открытом доступе, так же, как на Ютубе публикую, но на Boosty. А в телеге просто новости, чтобы вы знали и были в курсе дел. Большое спасибо за внимание, приятного просмотра. Я думал, это симулятор козла. Ну как вы думаете, кто это заказал? У нас один человек сегодня в чате был с ником, в котором было написано БРМ. Фанат БРМ, очевидно. Не тёлочки пошли, тёлочки пошли сегодня, тёлочки пошли. У нас возвращается, ребята, сезон большого хардкорного подкаста, в рамках которого я каждую субботу вам нахожу отечественных разработчиков, которые умеют, могут и практикуют, и показываю вам, что они умеют, рассказываю, как они умеют, и, собственно говоря, мы пробуем на своем же примере, как это все играется. Сегодня студия, ребята, из Like a Game, это так называется студия, которая делает игру Тихая ферма, она же Quiet Farm, предоставили нам закрытую демо, ребята, версию проекта. Она еще недоступна никому, а нам доступна. И мы сегодня ее с вами попробуем, пощупаем, сделаем с ней все приятно. Так, ну что, новая игра, погнали. Да, я завтра посмотрю, хоть как минимум. Му, здрасте. С полным уважением, му. А я завтра посмотрю как минимум часик, что такое за игруля тоже от нашего разработчика «Древние русы». Посмотрим. Любопытно. Е есть. Ф какать. Р летать. Классная инструкция для геймплея. Мне, кстати говоря, нравится. Ой-ой. Гусь? А почему у меня корова? У меня корова с одним глазом? В смысле отсылка на меня? Вы что, издеваетесь? Из меня корову сделали? Что? Я заметил просто, все время у БРМ появляются стикеры, мемы и прочее, она потом такая, да какого хрена? Почему вы это делаете? Корова БР... А, портупея. Ну да, походу они реально одели корову в шмотки, которые она таскала. Уважаемые разработчики, у меня к вам охренительно много вопросов. Какого? Ну клевая же буренка. Хрена! Это корова в наглазнике, в красной рубашке с портупеей. Чат, какого хрена? А я еще вчера с Адамом созваниваюсь вечером. И он мне такой, ты только игру не включай сейчас. Я такая, почему? Ну, мы там кое-что допиливаем. В общем, в игру не заходи, ладно? Говорит, ты только ее загрузи. Ну, не заходи. Я такая, а чё не заходить-то? Он такой, ну ты утром на стриме зайди, у нас просто... Мы там баги допиливали. Бля, красавцы просто. Они специально для нее сделали, да, этот скинчик. Да, они специально для нее это очевидно сделали, потому что буквально обучение показывалось, и там была просто корова без ничего. Угу. Что ж, неплохо вы допилили, ребята, баги. В принципе, похоже. В принципе, похоже. Вымя несоответствующее, знаете ли. Поменьше надо было сделать. Я бы этой корове вдул. Замолчите!
Господи, на меня делают отсылку коровой. Какого хрена? Да не похоже вообще на меня. Да вы с кем-то, чат, да это не на меня. Да это не на меня ссылка, это... Я, блин, ужас какой-то. Ладно. Территория хардкора, а я иду на стримчик раздавать молоко чатику. Отлично, все. Сейчас поддадим контента, чат. Раскинем, как говорится. Игра на Unreal. Чай, только давайте так, ладно? А, если отсылка в Repair This, но вы ее форсили везде, хорошо? То вот эту отсылку на меня мы форсить не будем, ладно? Хорошо? Все, 100% она форсилась. Я уверен. Да. Мы никому не скажем про эту отсылку, ладно? Поздно, мам, я уже кинула во второй... Что? Курица адекватная, нет? Я запрещаю сегодня шутки. Это куры там, что ли? Походу, да. Но они такие, они могли. Нет, я, Дариус, говорю, всем не привет. Про русов против... главной стримерши. Я не про русов против ящерок. И русы против ящеров я стримил уже русы давно, когда она только вышла. Русы не против ящерок. Да. Про молоко. И вообще ты все шутки про копыта. Ты кроссовер с пахотливой аргонянской девой. Вообще все запрещаю, хорошо? Все запрещаю. И вообще все шутки про копыта. Вообще все запрещаю, хорошо? Спасибо, спасибо, чат. Мы делаем вид, как будто бы в этой игре ничего не похоже копыта на наш канал. Тут... А малочка, нет, все запрещаю, хорошо? Спасибо, спасибо, чат. Мы делаем вид, как будто бы в этой игре ничего не похоже на наш канал. А молочка нет, Алёш? Замолчите! Блин, почему, знаешь, вот когда... Это ж история, знаешь, про альтернативную жизнь, когда типа там, вот кем я буду в следующей жизни? Люди же думают, что они реинкарнируются всяких животных, да? Там, кто львом становится, кто орлом? Сука, почему меня коровой сделали? Когда косплей на главную героиню. Почему меня коровой сделали? Разработчики! Какого что за отсылки вообще? Все, ее порвало. Да. А я смотрю и такой думаю, блин, корова прыгает как-то низковато. Прыжок бы чуть повыше сделать. Ладно, меня мамочка добавить. Я корова, серьезно. Мы просто, чат, короче, мы завтра не вспомним об этом, ладно? Теперь ты дойка на Твиче, замолчи! Ну вот ты страдаешь откровенной фигнёй, я, между прочим, завтра проверка будут на дой проверять, иди уже в стойло. Значит, все шутки про дойную корову Брэм заканчиваются на этой секунде. Вот на этой секунде, ты меня понял? Все. Ну они... Берегись, корова! Ты кого корова... Ты кого коровой назвала, а? Ты... Бля! Найс! Нас спонсирует. Май, домой. Пора на утреннюю дойку. Да это заебись. Охуенная реакция курицы. Мам, как не стыдно. Хоть бы штанишки или хотя бы юбку надела. Она не может успокоиться, ее порвало. Зачем штанишки или юбку? Знаете, как бывает на стриме жарко сидеть? Я просто вспоминаю, как тебя иногда с какой-нибудь такой смешной, но не то чтобы настолько сильно смешной херни, как порвет, и ты не можешь успокоиться. Понимаешь, дело в том, что у меня проявление сильной эмоции — это шкала, а не просто, ну, типа... Вот. И бывает, что это вроде весело-весело, или то весело, то не очень забавно, а потом какая-то херня происходит, у меня шкала заполняется доверху, и происходит ульта. Нас спонсирует. С плохим настроением также. С
Всем привет, зашел на стрим, а тут такое хихихихихихихих. Ладно, пойду пить кофе, мы обрызни молочка, ха-ха-ха-ха-ха. Сранцы. БРМ нас спонсирует. Наглядная иллюстрация вот этой фразы, а ручаечкой. Ага. Не сможем это забыть. Завтра продолжится. Чё-то меня порвало, извините. А чё она меня коровой называет? А первая начала. Хорошо, все, ладно, я дышу. Отпусти. Все нормально, да, все да, хорошо. Все, ну смотри, чувак, сначала я кофе трахну, а потом кофе трахну, и кофе я уже трахнула. Вот, спасибо. Lastful, спасибо за подписку на Boosty. Извините, чат, что-то меня это... Только зашел на стрим. А тут такая тёлочка. Вот на что косплей надо делать. Знаете, как мастера тэквондо меня учили, чат? Они учили такие. Не вышло. Кия! Вот так вот. Кия! Что? Что я... Перекат. Ты в Dark Souls. Это Dark Souls? Что? Ага, это в прогрессе находится. Прошу прощения заранее, но для косплея Белрёму нужна еще одна накладная грудь. Одна уже есть, но вы поняли. А кот красный! Блин, прости. Сломала ноги, кап... Не, ноги, ладно. Типа... Потратилась. Не-не-не, ты че? Я устала. Все, стрим закончился. Вставай давай. Не хочу. Можно я полежу немножко? Где выход? Так тяжело быть. Выйти, куда выйти? Тихо. Ну нахер. Стримерам в этой жизни. Тому молоко дай, этому молоко дай. Всем дай молоко. А я что? Я просто хочу жить. Бегать по травке. Какая синхронизация. Я не помню, это тоже было в Гриффинах или же в этом... А, не, это было просто в короткометражках с это Макфарлейна или... А. Или как? Я путаю все время Макфарлейнов этих. Примерно то же самое, как с коровой, только с овцой. Я не буду тебя брить. Ты... Да ладно, я буду вести себя спокойно. Да, давай, поврей меня, как сучку всего, меня поврей! О, да! А вы как думали, да? Тяжело иногда доить контент. Да. Привет, ей коровка. Я буду держаться рядом. Веди. Перезарядка. Если заряд НЛО закончится, вы можете подзарядить его с батарейками или коровьими какашками. Просто нажмите на R рядом с ними. В качестве напоминания следует нажать кнопку F, чтобы отдать честь. Я имею в виду, чтобы заставить корову какать. А тебе надо подзарядиться? А тебе прямо сейчас нужно подзарядиться, или у тебя батареек хватает? Это Stellar Blade? Это лучше. Это симулятор тихой фермы. С праздником взрослого человека, играющего в игры. Ну да, лучшая девочка уже есть. Я такой думаю, правда, в каком месте это симулятор, но так даже лучше. Любишь игры на космическую тематику, наподобие Mass Effect? Да! Спасибо за 11 месяцев на Boosty. Я вот как раз вчера с ребятами общалась, говорю, парни, у вас же игра по типу Mass Effect, там про космос. Они такие, да. Я такая, блин, ну там вот инопланетяне, вот это вот здесь. Он такой, да, Майда, ну ты запусти. Говорит, только сегодня не запускай, запусти завтра сразу на стриме. Вы нашли шляпу пугала. О, классно. Нажмите, чтобы... А, я могу сменить стиль.
Тут разные штучки. Ладно, уже не будем. А, и разные скидки. То есть тут уже не отмажешься, что это ее скин. Скин-брэм. Сранцы. Это чтобы вообще ни у кого, да, сомнений не возникло. Ну, типа, я до этого пыталась намекнуть, что это просто совпадение, да? Никто, конечно, не поверил. Прямым текстом. Ну, типа, чтобы совсем не мелочиться, да? Спасибо, парни. Спасибо. Спасибо. Доброе утречко. Как всегда хороша, шляпы соломины не хватает. А эта коровка может делать бум-бук. Может. Вот так. Так, чат, сейчас мы с тобой туда доберемся. У меня есть гениальный план. У меня все получится. Прикольно, это типа элементы платформера, что ли? Ну, тут платформинг, я смотрю. Ну, это такое, я так понимаю, платформер, аркада Metroidvania может. Потому что вижу, есть места, куда она попасть пока что не может. Скорее всего, потому что нет определенных способностей. О, это мы, да. Да. А еще это мы позавчера свали. Когда фильмы смотрели. Да, орали вы иногда очень громко. Приходи, аж один раз пришлось прийти это, ругать вас. Просто такая крикнула. Такая, черт, сейчас это, надо потише с этими словами. Ты приходишь такой. Больно! Ай, жарит! Я не хотела бекон на завтрак. Так, ну что, чат, я думаю, что мы будем на релизе эту игру проходить. Так не делайте, ладно? А если вдруг, ребята, вы будете тестировщиком, ну... Если вы будете тестировщиком электричества, лучше так не делать, хорошо? А, тут есть усиленный. Я просто попробовала, чтобы вы больше этого не повторяли, ладно? Я когда-нибудь наемся уже? Не знаю, цыпочка. Жёваный кр... Отсылка на Кураж Бомбея. Жёваный крот? Хотя не, я не помню, блин. Вы что, мои стримы смотрите? Подожди, цыпочка, я не договорила с тобой. На! Что это, блин? Бугагашеньки! Куры разговаривают, я цитат. Бугагашеньки, но это уж точно Кураж Бомбей. Ну да, это Кураж. Просто БРМ, видимо, смотрела. Может быть, его много и разговаривает его цитатами, потому что я тоже использую некоторые из этих фраз и ёбаный йод и все тому подобное. Я смотрела немного, но я тоже ими разговариваю. Тем более, что я со всеми вами фанатами общалась сколько времени. Господи, за куриц отдельное спасибо, разрабы. Какого? Учится летать, птичка. Какого хера тут происходит? Все мое тело болит. Идиотка! Взгляни-ка на эту вкуснячину. Боже, они великолепны. Смотри, какое небо красивое, да? Че не? Какая, черт, какая же я крутая! Блин, ну разрабов, конечно, с чувства юмора. Зашибись. Надо посмотреть это. Где можно будет взять ключик на релизную версию. Мне нравится. Дайте, жучки, я от вас уже устала. Боже, курица — это просто лучший персонаж этой игры. О-о-о! Это же отсылка на Bloodborne! Ни хрена себе, шляпа охотника! Челы, да вы лучшие вообще, серьезно! Но эта игра, очевидно, вдохновлена как раз-таки симулятором Козла 3. Только здесь, судя по всему, в плане того, что сюжет есть более ровный. Ну, типа, куда-то надо идти. В симуляторе Козла 3 ты просто что-то делаешь. Веселишься как хочешь. Еще тут куча фан-сервиса.
Ну, там тоже много фан-сервиса, там тоже куча отсылок, шляпы, одежда, вот это вот все. Я смотрю, что вообще российские инди-разрабы любят отсылать на ютуберов и стримеров, которые пробуют их игры. Ну, это же клево. Да, вот это метель чего стоит, разрабы метели. Ну да, БРМ, я так понимаю, с разрабами этой игры общается плотно, вот и вот и есть отсылочка. Они еще и в Bloodborne играли! Не, я точно прохожу эту игру, наверное, все, вы мне подкупили. Теперь я точно просто куплена после такого. Блин, ну это монструозное растение, нифига себе, мы на босса с вами пришли. Похоже на... Пипец. Все, Dark Souls начался. Музыка. Ага. Жесть, это реально Dark Souls какой-то. А может, вот сейчас можно? Это жизненный босс из Геншина. Буква. Ну, кстати, да, похоже на цветок из Геншина, но цветок из Геншина не является чем-то офигеть каким уникальным. Он тоже взят с обычного цветка. У него еще должна быть круговая атака. Серьезно? Блин, ну это... Ну нет, ну похоже. Вдохновились? А, ну да, кстати. Понятно? Атака такая же, как Геншин. Это, цветочек! Сюда, цветочек! Цветочек сюда! Ой-ой-ой! Только не ваншотай! Только не ваншотай! А, все? Я ж тебя не добила! Подожди! А, все. Как все? Это конец демоверсии. Ну, во-первых, у нас... В смысле? Все? Я еще полчаса стрима до подкаста. Алло! Разработчики! Вы сказали, мне 3 часа есть! Ну, я так понимаю, играть можно дальше продолжить и побегать по миру. А это, видимо, финальный босс демки был. Все, GG. А, не, я могу продолжать. Не, ну босс прикольный. Опять же, тут боссы, босс в игре есть, понимаешь? Ты не просто коровой носишься, а у тебя есть чел, который боссом является. Вот это вот, вот это вот. Вот это лошара. Не, ну клево, что она ведет подкасты с русскими разрабами. Вот что мне рекламировалось в ВК. Нам долго еще до того, чтобы кого-то куда-то в массы продвигать. Нас слишком мало людей смотрит. А, попытаться добраться до барана. А как бы мне это... Давайте отсюда пойдем. А скин БРМ на релизе будет? Ты сейчас, ну, специально, да, нагнетаешь обстановку на стриме? Без скина БРМ игра будет неполная. Не надо добавлять скин БРМ на релизе. Пошутили и хватит. Ладно? Было бы забавно, кстати, если бы у меня скин был бы красный. Ну, типа у меня, у коровы. А инопланетная тарелка розовая, да? Свидетели пуси хардкора. Говядина сегодня будет жесткое мясо не отбитое. Ну да. Есть такое дело. Ой, нет! Вмерло. Какого хрена в этой игре мины откладываю не только я? Не только, лишь все могут откладывать мины. Вон он. Нет! Не смей! Я только туда... Ящик разбит надо было. Она зашла. Ну охереть теперь! Курочка, я с тобой согласна. Блин, курица это велик... Разрабы, пожалуйста, делайте куриц вообще во всей игре. Просто они великолепны. Да почему? Так, разрабы, подкаст не начнется, пока я не доберусь до козла. Все. А, то есть ящик когда так и не разбила, он же вроде разбивается. Да, 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 да. Есть. А это козел с отсылкой на симулятор козла? Ну да. Что такое? Это шлем Робокопа! Nice. Моя эта музыка с Терминатора. Блин, вот это балдеж!
Ну а теперь здравствуй, сучка. Эй, как дела? Как дела? Нормально, я до тебя полугры добирал. Я удивлена, что ты смогла сюда забраться. Я не только на такие вершины могу в своей жизни добраться. Ты вот же это вон вот. Какая большая корова. Я да. Представляю, сколько сил на это ушло. Мне очень жаль тебя разочаровывать. Но сейчас у меня нет ничего интересного, что я могла бы рассказать тебе. Я полчаса сюда лезла. Полчаса я лезла на крышу за грёбаной козой, чтобы она мне сказала, что у нее ничего нет, да? Вы ничего не знаете. Возможно, у нее нет ничего, потому что это демка. Но контент-то на стриме из-за этого есть, вот и все. Я боли. Просто ничего вообще. Такого жесткого схама в моей жизни уже давно не было. Разве что история о том, как и меня сюда угораздило залезть. Ну давай хотя бы это. Но за подробностями тебе лучше ко мне вернуться после релиза. Я говорю. Знаешь что? Мне кажется... Да пошли! Да пошли, ладно, все. Давай красиво ударим. Класс. Хуя. Нифига себе. Корова Алекс Мерсер. Угу. Блин, ну прикольная игрушка. И нарезка была забавная. Самая наглая, самая чистовешная, самая высокомерная и самая двуличная стримерша на свете. Накажи меня за это. Хорош. Спасибо за просмотр. До скорого. А это наши подписчики на Boosty, благодаря поддержке которых мы можем продолжать выпускать контент и радовать вас. Большое спасибо, что поддерживаете нас, ребята. Ссылка на Boosty в описании.